11 апреля состоялась традиционная весенняя встреча с Анной Кованевой, талантливой пианисткой из Иваново, которая уверенно завоевывает музыкальные площадки Москвы. На протяжении нескольких лет она приезжает к нам в гости, чтобы приоткрыть для всех желающих дверь в волшебный мир музыки. Сама она буквально живет в нем и не представляет без музыки своего существования. Я постараюсь рассказывать об этой музыке, чтобы вам было интересно, чтобы вы понимали вообще, о чем это, потому что подчас... В общем-то, не всегда, на самом деле, ясно, что за композитор, когда они жили, что они тут хотели сказать. А на самом деле это очень интересно. Я сама с удовольствием, сейчас благодаря интернету, я много узнаю именно о самой музыке, хотя я всю жизнь этим занимаюсь. На самом деле, я очень много узнаю об этом. И хочу поделиться этим с вами. Очень важно, что Анна не старается заигрывать со слушателями, не исполняет произведения попроще и популярней. Наоборот, звучит музыка нереальной сложности. Пальцы пианистки мелькают с невероятной быстротой, и кажется, что в душе заполняются какие-то пустоты. Она становится чище и светлее. В этом году Анна Кованева исполняла музыку Вебера, Шумана, Рахманинова. Настоящим открытием стало знакомство с композитором Борисевичем, несправедливо забытым на своей родине. К сожалению, концерты классической музыки в нашем городе, как правило, посещает небольшое количество любителей. Но те, кто пришел на такой концерт один раз, стараются не пропустить его в следующем году.